Всем здорово, чуваки, с вами Бодя. Хотите прикол? Нет, не хотите, а я вам покажу. Кайф, да? Я не знаю, что мне делать. Я буду их донашивать. Потому что у меня бабок нет. Чтобы купить новые. Чтобы купить новые наушники. Ребята, покупайте у нас рекламу, пожалуйста. Я вас умоляю, чтобы мне накопить на новые наушники, чуваки. Менеджеру пишите, он в описании. Короче, ладно, давайте не об этом. В общем, мы давно не смотрели Макса Максимова, и сегодня мы посмотрим его новый видос, как я заметил, да, ведь он Макс Максимов. И это, кстати, у меня просили посмотреть лягушка-качок на синтольщик. И, ребята, хей, Вансаб, хотел бы попросить вас, подпишитесь на моего друга Вансаба. Это, сразу говорю, не реклама, за нее не платили, это просто мой друг Вансаб. Я его постоянно рекламлю, потому что он даже заходил к нам с вами на трансляцию, на стриме на нашем с вами новом канале. Наш с вами новый канал будет в описании, и ссылка на Вансаба и его инстаграм тоже в описании. Вот, если что, сразу говорю, то, что у него очень крутой голос, он очень круто поет, он чувак из Кореи, делает со своими друзьями-корейцами реакции на нас. Реакция у него, конечно, лучше, чем у меня получается, не удивляйтесь. Вот, и может сам создавать звуки из каких-либо подручных предметов, типа битбокс и тому подобное. И он очень круто поет. Вот, посмотрите, это реакция. Реакция на Little Big, ребят, кстати. Давайте сразу перемотаем. Это, кстати, популярный чувак у них в Корее. Yo, my brother. Ладно, короче, вы поняли. Вы можете посмотреть, это угарно, это смешно, я серьезно говорю. Это первый отрывок из его первого видео. Теперь давайте посмотрим второй отрывок. Ну, чуваки, согласитесь, круто. Круто. И заметьте, это настоящий его голос, без обработки. Захотите, сами посмотрите дальше. Короче, ребята, если что, ссылка на WhatsApp в описании. Подпишитесь на него, пожалуйста. Пишите в комментариях то, что вы от Боди под последним роликом. Если вы подпишетесь все же, я вас прошу, подпишитесь. И я пролайку ваш комментарий. И давайте не будем задерживаться и погнали смотреть Макса Максимова. Дорогая мама, с 8 марта ты стираешь и готовишь, чтобы я не умер. Спасибо маме. Саня 28 лет. Родители. 28 лет, да? Хорошая у него мама, следит, как ребенок учится в школе. Мы уезжаем, вот тебе деньги на еду, постарайся растянуть на неделю. Я спустя один день ем стол, кто-то пишет. Купить на эти деньги стол было не самой лучшей идеей. Настя упала и разбила подбородок. Ну ничего, у нее есть второй. Кто-то пишет, дед упал и сломал челюсть. Ничего страшного, у него есть вставная. Ну, у меня всего лишь два вопроса. Что делает моя кошка и главное, зачем? Она пересмотрела мультик, где волк ловил в проруби рыбу хвостом. Пойдешь гулять? Не, кроссы... Скажите, это же легко ведь делается, да? Я вот просто удивляюсь, блин, как же везет Максу Максимову. Его смотрят по 1,5 ляма человека, а он же просто читает приколы. Почему это так легко? Теле. Это даже легче, чем реакции, чуваки. Он такой романтик, и он такая начинает жрать деньги. Время идет, ничего не меняется. Окей, Google, в какой луже яма? Возможно, сейчас у многих открылся Google в телефоне. Нет, у меня не откроется, потому что я в наушниках. Четких наушниках. Ади взросление парня. Верит в Деда Мороза? Не верит. Дед Мороз. Да, сын жалуется отцу. Пап, я познакомился с очень красивой девушкой, и она меня спросила, ты учишься в МГУ? Я говорю, нет. А у тебя есть Мерседес? Я отвечаю, нет. А у тебя дом двухэтажный? Я говорю, нет. И она меня бросила. Отец, ну знаешь, сынок, ты, конечно, можешь бросить Оксфорд и перейти в МГУ. Можешь продать Феррари и купить Мерседес? Но сносить 3 этажа ради этой дуры я не буду. Кого? Охренеть!
Вот она лоханулась, а. О, поздравляют, парни с 8 марта. Девушек, своих братюнь. Блин, мне реально столько в ВК пришло сообщений о поздравлении с 8 марта. Ну, конечно, спасибо всем большое, что вы очень любите меня и поздравляете с 8 марта, да. Когда охранник магазина за тобой ходит по магазину. Чего тебе от меня надо, собака? Ну, может быть, ты зашел в магазин с шапкой, натянутой на лицо, с разрезами для глаз. Итак, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будут мимасы, а еще в этом ролике не будет рекламы моей книги, прикиньте, я в этом ролике не буду свою книгу рекламировать, потому что я не хочу, которую я написал, и которую скачали из интернета уже 100 тысяч раз, и которая уже продается в книжных магазинах «Читай город». В Канаде! Не будет рекламы. Пилот заказал 23 пиццы для пассажиров, которые были вынуждены ждать вылета из промежуточного пункта. Поскольку ожидание было долгим и стрессовым, пилот решил гладить ситуацию, заказав уставшим пассажирам пиццу. Когда пишет, я себе одной пиццы позволить не могу, а он 23 заказал. Это ж сколько бабла потратил. Да, а много. Ребятки, пилот получает... Нет, а без рофла много-много он потратил, много. Много. Кот-о-пёс приехал. Интересно... Кто помнит мультик «Котопёс», ставьте лайк, ребята, и напишите коммент, помните или нет. В какую сторону он ехал? Мое детство. Ну, в смысле, они же наверняка спорили, вперед им или в другой вперед ехать. Хронология событий, отношений, курьеров, Delivery Club и Яндекс.Еды. На кочке скок, прощай зубок. Ха-ха. Какой сосуд заполнится первым? Ой, тут ставьте паузу, думайте, не будем оставаться. Какой сосуд заполнится первым? Извиняюсь. С первого потечет во второй, со второго в третий, с третьего в четвертый. С четвертого потечет быстрее, я думаю, в пятый. А с пятого в шестой. Короче, пятый, ой, шестой самый быстрый. Останавливаться надо. Да ведь? Да. Да. Долго на этом... Интересный факт. Учеными доказано, что левши ставят лайк на 0,05 секунды быстрее. Поставил. Правшей. Школьник. Да, кстати. Ну, я... нет, подождите, не да, кстати. Я не знаю, правда или нет, но я левша, ребят. Очень редко, кстати, левшей сейчас третью. Школьник из США устроился на работу и 2 года копил деньги, чтобы подарить своему другу-инвалиду кресло. Вот это я понимаю, красава. Молодец, чувак. Я один не вижу разницы, а ее нету. Просто Coca-Cola рекламирует больше, поэтому у нее и продаж больше, и все. Ну да. Я такой думаю, надо тоже свою книжку почаще рекламировать, но в этом видео я не буду рекламировать ее, которую я написал, и которую в Читай-городе продают. Ну все, все, заколебал, Макс. Твои уравнения, египетская сила, как делить на ноль? Что от меня хотят, я не понимаю, а когда... А, матиша, мама, забери меня отсюда. Адская хрень, тупые уравнения, египетская сила, как делить на ноль. Что от меня хотят, я не понимаю, когда там уже звонок. Тема. Когда там уже звонок. 8 марта, женщинам шаурма бесплатно. Тем временем мы с друзьями. Ой, там же бабушки были. Найдите X. Вот он. Я один сначала. И чё? А в чём здесь прикол был? А, он прям так и написал, вот он, понятно. Видите, X, вот он. Я один сначала пытаюсь развязать пакет, а потом просто психую и рву его, друзья. Согласен. Мы, знаете, что я понял к 30 годам? Что пакет надо сразу рвать, потому что жизнь и так короткая, не нужно тратить ее на развязывание пакета. Вы только подумайте, сколько времени суммарно вы тратите на развязывание пакета всю свою жизнь. Рвите их сразу в клочья. Единственное, что радует меня в школе. Боже, да ладно, они до сих пор существуют. Когда я был еще учеником, школьником, у нас тоже такие, блин, продавались. Женским днем. Никто, кроме вас. Это поздравление поймет только настоящая русская баба. Когда неделю кормил хомячка батиным жареным супом. Хомячок немножко странный. Я пока не могу понять, что с ним не так. Коты прилетели. Мне кажется, он пытается замаскироваться под воробьев, чтобы... Мать, моя женщина, а как он там сел-то? Ему не больно? Изловить их потом. Ходят легенды, что ночи существуют для того, чтобы спать. Ничего, нет. На работе поздравили... Чё? Поздравили милых дам. С днем 8 марта, любви, здоровья вам, ура. С 28 февраля! Пишет, уровень лени межгалактический. Теперь не отмажешься, что у тебя лапки. Что вы сделали с котом? Скоты! Что вы сделали с котом, скоты? Кто победит? Годы изучения физики. Одна серия фиксиков. Фиксиков. Мне кажется, тут ответ очевиден. Ах, ставьте лайк под видео, если считаете, что одна серия фиксиков круче физики. Макс Максимов, вымогатель лайков. А ты тоже пытался написать предложение быстрее своего соседа по парте? Было давно дело такое? Да, да, да. Такое было, помню.
Не каждый вспомнит вкус, это пишет. Еще в детстве думал, что если проглотить, умрешь. Да, у нас тоже такая легенда ходила, типа, если ее не проживать, а так сразу глотаешь, она там застревает в горле и не отрывает тебе бошку. Ну или просто ты задыхаешься. Ждать 8 марта для того, чтобы поздравить всех знакомых женщин. Ждать 8 марта ради 4 родных. Это пишет. Ждать 8 марта, чтобы увидеть конец света. Что? На 8 марта обещали конец света, и опять не состоялся? Спасибо вам, те девушки, которые не выставили фото своих сраных букетов в интернет. Вы великолепные. Вас осталось мало, этот пост посвящается вам. Ира, если ты смотришь это видео, молодец, что не выставила мой букет, который я тебе подарил вчера. Решил? Понял, Макс. Сделать блинов, чтобы немного подбодрить. Это хорошо, что она не выставила. Трить себя, но потом перевернул один, и случилось это. Ты хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы? Нет, Джокер, спасибо. Если серенький волчок выглядит так, то пусть приходит. Кто-то пишет, да такому и бачок не жалко поставить, пусть куснет уж. Скорее всего, он не куснет. Да такому и бачок не жалко поставить. Он просто придет к тебе и ляжет рядом с тобой спать. Офигеть, это весь волк. А вы тоже надо замечаете синяки и не знаете, откуда они взялись. О, привет. Чувак, у тебя в машине завелись мыши. Я помню, у меня давно была Нива, ну, русская машина Нива, и у меня в ней жили божьи коровки. Там целое семейство. Причем Нива была грязная, и даже божьи коровки ползали, все пыльные были. Но я их не выгонял, мне как бы, ну, не мешает же, я как бы рулю и рулю. Здорово. Все живут, все. Дамы, с праздником! Без вас этот мир был бы полной фигней. С вами он, конечно, тоже фигня, но когда фигню можно с кем-то разделить, то это уже не такая уж и фигня. Сэкономил на школьных... Согласен. ...булочках. 40 тысяч рублей. Ни хрена себе, вы... А как, ты посчитал уже, что ли? А, там написано 40 ТТР. 40 тысяч рублей, чуваки! Богатый школьник. Я 40 тысяч рублей впервые подержал в руках, когда мне было примерно лет 22, наверное. Когда я уже работал. Осталось добавить соли. И можно кушать. Фига себе, 22? А ему сейчас сколько? Он такой старенький сейчас, что ли? Ему лет по 30? И чихать. Твои подарки на 8 марта? Кто пишет? Самое печальное, что тюльпанчика 2. Хотя бы додумались бы третий сделать, типа, основание для этих двух. Тогда было бы все логично. Ну да, это что-то... Два тюльпанчика, это как-то... Ну, поняли. Обычный учитель, библиотекарь, учитель истории, учитель физики. Кто пишет, это еще раз доказывает, что математика нигде не нужна. Олег безумно удивился, когда к нему пришел енот. Енот был удивлен, не меньше. В его норе сидел Олег. Чего? Боже, что за упор? Самый лучший рифм. Ты мимас. Интересно, что он там увидел? Возможно, он зашел в комнату без стука. Эй. Ладно, это было прикольно, кстати. Отличное место, чтобы посидеть. Сынок, что ты хочешь на день рождения? Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10, iPhone 10. Ну, ах ты с... Мне кажется, чувак просто писал с iPhone, и поэтому iPhone просто не позволяет писать слово Samsung. Это типа как в Windows, нельзя написать слово кон. Ну типа нельзя сделать папку с названием кон. Погоняло было такое у Билла Гейтса, его ботаником дразнили в школе, и он, в общем, сделал такую фишку, что слово кон через C пишется, нельзя в Windows назвать так папку. Попробуйте сейчас зайти в Windows, написать C-O-N, кон. Вам скажут то, что нельзя. Когда на работе. Ты гонишь. Не верю. О, ядрить, колотить в натуре нельзя. Указано неверное имя устройства. Охренеть. Чуваки, вы поняли? Вот это жесть. Реально скучно. Отвечаю, сейчас получилось. Ну типа, не получилось написать. Привет, я хочу с тобой серьезно поговорить. Кис, прости, действительно соврал. Я вчера не на работе задержался, а с парнями в баре. Извини, надеялся, что ты не узнаешь. Я вчера обманул тебя, прости, Илюш. Я не встретилась с тобой, потому что с подругами гулять пошла, а не потому что плохо себя чувствовала. Ах так, почему я всегда тебе говорю правду, а ты мне врешь? Илюш, прости, проси, чего хочешь. Привет, Зай, извини, что сегодня не получилось встретиться. Да пошел ты, я тебя ненавижу. Просто я ездил за подарком тебе к 8 марта. Но что это, я не скажу. Ты ж мое солнышко. Ах ты сука. Мочка. Делал так? Да, потом закрываешь учебник, и все страницы снятые. Круто. Главное, чтобы не было кочек, да, то яйца разобьет. Ну, в смысле, не свои, ну вот эти вот, которые в упаковке, в общем, яйца, ну, он да, разобьет. Да, да, поднялся, да, по карьерной лестнице. Пап, знакомься, это Марина. Отлично, а ты кто? Это типа, он в любую просто квартиру зашел. Только у нас в стране живут... Отлично, а ты кто? Да, я понял. Такие неведомые существа, как бляха-муха, ядреный вождь, сидорова коза, ёшкин кот, ядрен батон и совсем уникальный экземпляр ёкарный бабай. Ой, ёкарный бабай, у меня бабушка всегда говорила. 5 марта, день рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Ну что, друзья мои, у вас сейчас выдается уникальная возможность поздравить Юрия Алексеевича Гагарина. Наверняка вы ни разу не поздравляли его, поэтому пишите в комментариях свои поздравления Гагарину. С прошедшим 9 марта тебе, Юрий Алексеевич Гагарин. Пожелайте ему что-нибудь. И да, я понимаю, что он уже умер, но это не важно. Вдруг он, ну я не знаю, как-нибудь это увидит, хрен его знает. Хотя, скорее всего, он-то не увидит, но, короче, пишите свои поздравления Гагарину. Утро после
после Масленицы. Какие ты знаешь приставки? Xbox One. И она такая, садись, двойка, потому что я фанатка PlayStation 4. Показалось, торт моей мечты. А стулья денег не хватило. Будете на коленях стоять. Да, зато на макбуке деньги хватило, конечно. Перед Apple'ами. Ты на кого гавкать вздумал, мелочь? А что делать левшам? Действительно, дискриминация. Что за... Кстати, да, в натуре, а что делать левшам? Вот, допустим, я левшам, я бы не смог так сидеть. Уважение левшей, протестую. Не дал голубям семок. Они такие, семки или обосрем? Теперь точно не проспишь. Да, и ты не проспишь, и соседи, и весь район. Если тебе тяжело, значит, ты идешь вверх. Повторите себе это всегда, когда вам тяжело. И может быть, вам станет легче, но это как бы вообще не точно. Главное держать равновесие. А прикиньте, если надо по... Чуваки, прикиньте. Большому сходить. Новый складной Huawei Mate X будет стоить в районе 170 тысяч рублей. Кто-то пишет, когда купил себе Huawei за 170 тысяч и смеешься над владельцами айфонов, что они нищеброды. Стоп, есть такие люди, которые купят себе телефон за 170 тысяч рублей? Что, зачем? Осталось бросить им жабу. Не, лучше паука. Британские ученые установили, что коты думают, что люди это большие коты. Когда понимаешь, что следующие полчаса... Как ты быстро разговариваешь, Макс, давай помедленнее. Сам пройдут офигенно. Кто-то пишет, у меня у одного эта песня в голове заиграла, как я увидел. Люди делятся на два типа. Нет, ломать нельзя ни в коем случае, вы чё? Они же не будут длинные, когда разварятся. Вижу, что ты сидишь в ВК с телефона. А вот хрен тебе. Мы вообще не в ВК сидим, мы на Ютубе. У нас мемы на Ютубе теперь. Нет, вообще-то я в ВК сижу, она угадала. Она точно Ванга. И вообще я не верю предсказаниям. Приговор? 11 лет строгого режима. Он просто творит чудеса. Да, действительно очень красиво. Как плитку видят все, как ее вижу я. Кто-то пишет, наоборот, белая безопасная. Да, красный, это же цвет лавы, вы чё? Бабоньки, не расстраивайтесь, если у вас не будет букета цветов сегодня, вчера его тоже не было, и завтра не будет, ничего необычного. Алло, говорить можешь? Да, с 3 лет. Проехался по весенним дорогам. Мы поругались с парнем, и я кинул его в черный список абсолютно везде. Вот что пришло 5 минут назад. Да прости ты меня, задолбала. Блин, парень, ты крутой, ты гений, ты мозг. Как же быстро летит время. Отстаньте, не видел я вашу сметану. Чистим от вирусов быстро и недорого. Когда вспомнил, что не купил подарок своей девушке на 8 марта, кто-то пишет, но вспомнил, что у тебя нет девушки. Откусывали ему голову? Я начинаю с ног. Что ж, друзья мои. Нет, я, кстати, с головы всегда. Как вы поняли в этом видео, не будет рекламы моей книжки, которая уже вышла в... радость. Поздравляю сейчас. В общем, всего хорошего. Короче, ребят, что я могу сказать? Я могу сказать, что мне надо накопить наушники, поэтому сегодня будет стрим, ребята. Если хотите, приходите, донатьте по 10 рублей, я думаю, мы накопим. Спасибо огромное всем тем, кто ценил до этого момента. Ссылка на наш с вами новый канал будет в описании, там летсплей. Сегодня выйдет новый летсплей по Devil May Cry. Поэтому, если вы хотите, то ждите. Вот. Мне очень приятно то, что вы смотрите меня. Мне... Короче, как вам вообще видос? Мне он зашел нормально. Только немножко... Я удивляюсь, господи. Это же такой легкий контент делать просто вот озвучку приколов. Просто озвучивать мем. Просто говорить. И получать 1,5 миллиона просмотров ежедневно. Куда мир катится? Ну, это круто хотя бы, это смешно, хоть в какой-то степени. Короче, ребят, хотите, можете поставить лайк, хотите, можете подписаться, мне будет приятно. И ссылка на наш с вами новый канал в описании, поэтому всем спасибо огромное за просмотр, и всем пока, да.